извиняюсь за это. За долгое время. То есть я здесь сейчас бахнусь. Чек на полную готовность. Так, Луги, где? Я тут. Ладно, беру. Пула дашь, если слышишь меня. Алло, Лев, не слышно вообще? Да. Да, к сожалению. А, ну да, это не пулишь с этой. Вентилятор работает. Это нормально, значит, слышишь. Луги, ты где? Я тут. Как дай каску магу нормальную. А, теперь маг. 10%. У нас один паладин. Да, кресты бафы. Ну, мне кресты не надо, дай мне каску магу. Ну да, лучше дай каску всем. Всем каски с бафы. Ну да. Вроде все готовы, да? Там фаски. И я запускаю. Добро пожаловать! Дай штрудилище. Один стак. Тыкните, у меня нет самого. Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Чувак, мы давай я начну. Кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного. Может, пусть... А, блин, сейчас кто-то палаты нету, да? Ну ладно. Захиливать придется. Ничего, ты выхилась. Так как будет. Тормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Там пули палаты. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Лучше, ну, так, еще раз, кто там, пацаны? Вольф и Акма. Просто тратишь наше время, паладин. Геру. Два сноуборда вообще ништяк, ДПС супер. Давайте милитки, смотрите, играйте по левой, ДПД по правой. Жалели на битих. Тысяча там стопать не переключаться, если что. Кто там? На мне. Уходи. Так. Подбеги ко мне. Иди к медведю Акма. Сейчас мы встанем. Акма. Подбеги к бутке. По бафу, да, пройду. Перед мордой не стойте. Ну чё, как это? Нажимай там. Просто. Да не плюну ещё. Бегите к мишке, блядь. Кто там, сука, горит, нахуй? Алло, блядь. Копар к мишке. Еще токсин, еще раз подбеги. Сбоку. Блядь, маны нет. Маны нету. Похиль рейта, я резко. Даю гейм. Отлично. Забирай второго червя.
Выбирать одновременно. Все, Марк, включи босса. На арену выходит ледяной рёв. Сражайтесь или погибнете, герои! Дай ау, а, нормально. А чё ты говоришь, копар? Где копар у нас? Не, Карпадия. Я ошибся, Карпадия. Не уроните танк. Конусом бежим на него, да, маленько вперед, чуть-чуть вперед. Все окей. Ну, видишь так. На молотом по заднице, по пушистой. Все чудовища повержены. Пускай. Не-не-не, не надо. Давайте держим. Я пшика. Опять доску забыл кидать, завиться. Если у меня метаморфозу увидишь, сразу кидай. Там короче, я так и не раздуплил. Мне что, бафать всему рейду каски или нет? Там просто кто-то барабаны и бафнул каски. Ну да, каски всему рейду, а рисе нахуй. Ну окей, я перебафываю тогда сейчас. Да, с 8% вообще хуйня. И крик на АП, вот заебись. Ну все, там добахать. Ну что, дисплей, маг? Помогаю. Лен тоже помогает. Големов тоже убиваем. Балк не трогайте. Че, запускайте? Две минутки еще подождем, Гера. А кто этот шаман? Откуда он? Он же с нами на прошлом кабеле. Я не помню. Посмотри, вот у меня и у него числа одинаковые. Мы на кресте на моем машине не водим. Пиздец, какой-то звук у тебя там ужасный. Там лес пилит на заднем фоне. Идем потом после ДФБ РС-ку убивать зергом. Там ринстеры все вот эти вот. Бисовыми фуриками на меня идете подамажить.
Там зергом убивается вообще за 30 секунд. Ну 500 ТП там есть. Да, могу кем-то зайти, там хапало, ШП. Рейд собираться будет такой, что да, надо прямо это самое, ну такие люди, которые разрывают, вот как Джерри. Что вот дал тычку и там 40к, блядь, вылетело. Но с тычки нету 40к. Ну, блядь, писька маленькая, еще лично проверял. Там будет материальность 100, там будет и больше 40к. Я когда играл, когда мы зергали 25-ку, у меня и 100к вылетало. Там что-то урон в 5 раз увеличивается, но это вот считай, если 1020к даешь, то 100к должно улетать. Эй, Ериджан, проснись, салам алейкум. Вставай, на работу пора. Никаких там тычек под сотку не было. Все здесь, я запускаю. А хули сусвятина, кто в этом виноват, блядь? Ты не релишь нихуя, только ноешь. Готовьтесь к бою. Я что ли буду релить, когда у меня, блядь, полный уже? Мне это не усралось, блядь. Ред-лидеры на вас хуй положили, блядь. Так что релите сами, блядь. Это вы про чё? Ну, про то, что РТ как бы сейчас. Я приступаю к ритуалу. А рейдов нету. Рейдов чё он там пишет? Потому что хватило рейдов уже. Две РС-ки по 2 часа было. 2 целка. Третья вот сегодня убили с канобом. Вот и все. Вот и заебись. Поиграли. Я думаю, это... Вон следи нужен нарвал крок. Хотите пойти с ребрантом? Perfect one. Кто хочет, пусть идет с пугами. Я не хожу с пугами. Перед всевластным Вилфредом не попал. Точно, если в гильдии рейдов нету, так можно изи с пугами ворваться. Бы нет. Встань, пожалуйста, как-нибудь, чтобы до всех доставал. Прососите сейчас, сейчас прэнджи. Если никто не зайдет, можно просто РТ стирать. Поставить что-нибудь типа ждем миссии, блядь. Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Джарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Поиску. Врата, врата. Захилю робера. Принцер. Шамана или нет, алло, метка висит, 3 секунды осталось. Спите, блядь. Но мне каз сбили. Беги, малышка, беги! Беги. Похилю через нас. Вулкан горел. Вулкан. Чё он справа? Хити меня. Набейте, мама. Нихуя он не ебал. Шаман, встанешь? Шаман, вставай, шаман, вставай. Играйте по мову. Добейте их быстрее. Шаман, шаман, вставай, лужит мне. Тебя захилили. Нету, нету, нету лужи. Нету лужи. Меня ресни. Или на рексиса. Ту лужи вставай, вот. Рабар, беги. Лиховые бутылки. Здесь пальти леди. Испел леди. Зергайте босса уже.
Чтобы собираем. Захильте, захильте этого. Кота? По леди, по леди. Нет, по босса 400 тысяч, бейте босса. По боссу что ли? Меня не хили, рейд только. Посол босс. Все отлично. Вы опять не по тактике играли. Жуху не набрали. Прожались. Да прям уберите, давайте отойдем в сторону. Лестницу не будем. Где там будем лежать. Ну что, давай я СС кому-то дам. Кому а хрена мы ждали Гериса, мы его не давали. Нет. А, блин. Хороший вопрос. Кому СС дать? Никакого заговора здесь нет. Ну а кого тут может убить? Да не надо никому. Мага? Магу? Не, шаману. Чтобы он треснулся. Шаману дать. А шамана дефить надо. ДДшники должны дефить шамана. Контроль давать. Фир новую, блядь. Не сдохнет шаман. Я запускаю. Сейчас посмотрим, кто там. Подожди. Я скажу человека. Подожди, Релогус. Подожди. Релогус, отведи в сторону вам. Главное, давайте побольше контроля. Сейчас появится, я скажу, что там контролить надо, все четко сделаем. Никто не умрет. Сами давайте с чистой ночью. Вместо твоих рыцарей мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сразу смотри, там друид вышел, Вуди Аллен. Твоя задача, короче, три раза кидаешь на дерево. Я знаю. Все отлично, потом изгнание, и так по кругу. Теперь смотрите, кто у нас там. Паладин, Хепал, да? Так, разбойник. Ну, разбойника первого будем убивать, это вам сразу говорю. Так, дальше лог, шаман и охотник. Ну, после разбойника будем сливать охотника, потому что он очень сильно будет бить. Лока будем контролить. Короче, смотрите, пятого лока контролю я, фир, постоянно просто. Маг кидаешь овцу на... Сейчас подумаю. Скорее всего, будешь кидать овцу на паладина, потому что только паладин овцу диспелит. Вот, ханта будем контролить. Я там станы покидаю паладину, например, или ханту. ХПшка. ШПшка, смотри, этот страх кидаешь всегда под ханта. То есть ваша задача, босс, короче, из контроля вышел, вы подбежали к нему, контроль дали и пошли дальше играть. Это понятно, да? ШП контролит ханта фиром, страхом. Овцу мы кидаем паладину, потому что только паладин в этом стаке может диспелить овцу. То есть у нас в идеале паладин фулбой будет в овце стоять. Сейчас я разбафу вас, подождите. Так, значит, сливаем сначала разбойника, потом ханта, потом чернокнижника. Все, все просто. Че, у вас бафы? Шаман там может еще жабу кидать, короче. После эфира, например, можешь кинуть жабу на ханта. Да. Потому что паладин жабу не сможет диспелить. Спула, короче, дам ну стан, ноги будете рубить. Да, окей, тогда кидай спула жабу на ханта. Потом ШП, короче, кинешь фир под него. Ну чё, всё чётко у нас. Виктор, дам. Саденька, притяни в рейд там. Это кого-то рука, да? Маг сидит на хапале, там косты сбивает овцу. Только ты его после стана притяни, когда ему чаржность у него дам стан и вихри дам хапалу. Ну чё, у нас все готовы, пойдемте. Саня, дай косты. Надо подождать. Как
дела у вас? Как обычно, бойцы. Вот, слови шамана. Я вылетел. А, ну ГГ. Играйте от него, нихрена не ГГ, сука, играйте нахуй. До конца играйте, да. Идите от ромбика нахуй. Я? Бейте нахуй, чё, блядь. Есть БР, если чё. Иди от него. На Геру. На Геру. Всё, Акма зашёл. Кого я с ним говорю? Он СС был, СС был. Уже второй раз уже. Играйте, ёбаный рот, блядь. Бейте кружок все. Паладина Фир. Он хилит, блядь. Где ваш ДПС? Поднимаю Валеру. А, блядь, КД, нахуй. Ну хули, играем, выживаем. Киньте, блядь, живите, ман лесите. Кому маны дать, инер говорите. Хили нормально. Блять, охуели, что вы падаете. Диспел? Яд. Присты там кто-то. Всё, мрём, диспел. Ханта в итоге вы передамажить не можете, блять. Ханта вторым заливать надо, после роги. Вот ханта бейте. Они не могут его. Мы его и бьем. Дамага-то нет. Хила контрольте. Худи не сдохни. Я хир только даю. Да там и не устремчивость у них. Бейте нам, все успеете. Ману резайте, гимну ману. Все, второй вихрь даю. Наш... Промах, сука. Фир диспельте. Каст не сбивает эта собака постоянно. Кто-то сбивайте каст холипалу, он захилил. Сейчас третий вихрь дал, сейчас не воспримемся. Сейчас я ему рывком каст. Нахуй, ну не падайте, блядь. Один пайпер хилит. Нет, не сдохни, слышишь? Давай петов убьем, что-то. Ферну собаку. Диспель. Сава. Нельзя диспелить. Не трогай собаку, ферну ее. Акма, поживи там пока. А Вуди сдох. Буди резать? Ага. А, блядь. Еще. Ну давай. Ждем КД. Сдохните. Ну, туннельте кого-нибудь одного. А хуй знает. Не знаю, убейте петов. Убейте петов, они петов, очень петов, мешают. Убей. Они бьют серьезно. Какие-то нубы нахуй попадали пиздец, блядь. Что там вылетел? Убейте кота. Ни одного. Не захиливают их. Трусы. Кого бьем-то? Трусы. Да их хилят тоже нахуй. Mm-hmm. Ману сжигай престом. Не сильно. Но мне маны очень легкие. Как ты сходишь? Ну, заливаю тебе ману. Играйте нахуй, блядь. И все потеряно. Даю стан один. Уже. Ай, в пизду нахуй. Подойди. Блядь, пиздец вы, ребята, нахуй. Вы просто сейчас проебали ДФБ нахуй. А чё, инст резно сейчас не получится? Нет.
размазня. Ну, бывает, что поделать, танк вылетает посреди пула. Не огорчайтесь. Да дальше можно было сыграть, не знаю. Думаю, мы и играли. Как могли. Энг бежит в рейд, так надо, блядь, дать ему фир, отбежать от него, блядь, а не дохнуть. Ну, просто стойте дохнуть. Ой, блядь, пиздец, просто камень дала. Ну и какой, давай добьем дальше. Там добивать мне шмотки надо, тут поди бисовые выпадут. А ты жабу кидал на ханта? Что-то я там смотрел, прилетало больно сильно. Ну, ты с пула кинул жабу на ханту? Да, кинул, кинул. Ну, кого еще раз повторим то же самое? Поди, я хочу посмотреть. Что-то, блядь, не то. Неужели за то, что Акма вылетел, все так выпадали быстро? Я запустил. Да, как вы, я уже перебился. А чё, одевайте ДФБ, тренём еще раз. Потом уже добьем в бисовом. Кто-то там, кто-то хапал у овцу сбивал, непонятно кто. Кто ее там диспелил. Кто сбивали уроном? Так урон просто сбивает, потому что... Ой, хуёво чё. Это же в рогу точечно играть. Из живых бомб и прочей хуйни. Что, вы хотите просто так еще поубивать? Да и в этом же, да, шмоте. Хочу попробовать тройнуть. А потом уже добьем в бисовом. Так что, одеваем шмот сейчас или что? Ну я 245-е делаю, я не буду бисовый одевать, нахуй, тут нечего хилить. 4 миллика. Вы все так же выезжаете в рогу сначала. Ретрик, ДК, Тен, Рома. Как, куда это? Это Ретрик, разве? Ага. Сейчас каску разбафаю, посмотрю, что там. Че, все то же самое, лок на эрдру висит. Так, паладина в овцу, без масс играем. Че подсказывать, рогу первого сливаем. А шаман там че, энх или арестер? Энх. Ну все, значит, шаман энху жабу кидает. Так, паладина в овцу, а жрецу этот будем кидать. Контроль роги, например. Логично? Плюс я станчик дам. Ослепление ему там с пула дашь, жрецу. Ну что, погнали. Контроля не будет на жреца, говорите, я стан ему пропишу. Дайте бафы. Каску дай магу. Че, все, Валера, готов? Ну, приста баф еще бы не помешал. А ты че, нету? А ты одень тоже теренас шмот ДФБшник. Ну да ладно. А то хуйня будет так. Ну конечно, одевай ДФБшный. Погнали. Все, поехали, пуль. Первого. Рогу, рогу. Рогу первого. Ну сейчас тут сбили, так что нету смысла. Ты убить. Ишь. Хуйня полная. Подождать.
жизнь суд дал стан. Ну мне опять человека. Ну тот самый. Ну что не так-то вы объясните? Как Ринслер сдох? Что не так? 4 мелика, вот что не так. Это серьезная вещь. Так как вы в следующий раз это убивать будете, я не понимаю. Мы будем ждать, пока нам повезет. Это удачи. Что за бред? Да не. Да тут в 2 танка все можно убить изи, я уверен. Без 3-го танка. Это же бред. И в 2 хила. Чё Ринслер сдох? Прям с пула просто. Ты нихуя вообще не сделал и сдох. Ты можешь страх там прожать. У тебя же, блядь, и билка есть. Можешь просто в толпу ворваться, прожать страх. Да, он как-то быстро умер. Я говорю, я тебя шок отдал, и ты уже сложился. Одевайте ДФБшный шмот. Сейчас будем учиться контролить на этой хуйне, чтобы в следующий раз мы сюда пришли и четко все сделали. В 245-м, значит, и будем доносить сейчас. Там мудака есть, какие контроли, оковы можно покидать, а танки разводят хуйню эту. Ну на НХ же мы жабу кидаем, правильно? Кричу сейчас, чат, кто меня убил за секунду, НХ с паладином, не знаю, кто там еще контролил, неизвестно. Убили за секунду, даже меньше. Значит, стойте далеко, пока танки не разведут. Я всех далеко стоял, я глыбу прожал, блинк 2 раза прожал, они за мной бегали постоянно. Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Так, че он там линкует? Здоровье. Печать повиновения. Альянса герои во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Эй, запусти это. Сейчас каску разбафаю, посмотрю, что там. Бога Варх, Палмак, Крист. Ну, сейчас нормально. Вот. Ну и что вы предлагаете? Так, предлагаю игру. Мильков они отведут, а грамм-то плохо. Пойдем вон с этим, с Херцалом в Реску. Ну, давай запьем до тупи. Идем уже. Дальше все по красоте сделать. Чек на баф на готовности. Рогу первого сливаете. Паладина овцуете. Так, воина отводишь. Паладина овцуешь. Нам надо что получается? ПТО у Лока законтролить, правильно? Там жрец, Лок и маг. После роги надо будет сливать. Надо будет сливать. А жрец хил или тьма? Хил. Зачем хила бить, когда его можно законтролить? Объясните мне. Креста просто контролем и все. А если Валеру посадить на одного из боссов? Например, на мага. Нормально будет, нет? А мы будем все бить Лока. Можем не продамажить. Ну, в смысле не продамажить. Робот туннелить должен. Контроль лучше дать. Ну, значит, смотрите, сейчас начинаем рубить Рогу. Туннелем, диспелем. На паладина кидаем овцу и жрецу кидаешь ослепление плюс жаба. Нормально? Нормально. Мага оставим. Ну поехали. Первый урок кидает контроль на приста. Использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать.
скинул магу стан. Кинслер умирает. Вот как, да? Маг умирает. Давай разбираться, Ринслер, чародейский обстрел. Робер. Как сквозь тень. Это что, он от роги сдох? Робер. Да. Да. Не, он кинул дезориентацию. Я в 6 секунд был в дезориентации, он меня убил. Все. Кто дезориентацию у нас снимает? Кто? Урон снимает. Падайте, пули. А, ну, слышишь, а у тебя же есть ДЦ Теренас, по-моему, да? Есть. Вот тебе надо в ДЦ, значит, спекаться всегда на этих боссов. На этих чемпионов. Иначе мы не успеем прохилить. И, конечно, мы так и в следующий раз упадем. Мы при этих совет убивали в прошлый раз ДЦ, это я точно помню. Извините, ты же в ДЦ был, да? Сейчас упало. Идеально, когда боссы далеко друг от друга, их всегда надо растянуть. Да, они вместе, это жопа полная. Можно масфир дать. Вар может ворваться, масфир дать. Мы отбежим сюда к щиту, к примеру. На рейнже постоянно будем. Потом ШП дает масфир. Вы заслужите достойную награду. Одевайте нормальный шмот, блядь. Блять, мы и в следующий раз так умрем. Ну либо мы сейчас в 245-м траем, пытаемся. Давай ластрай дадим, ты в ДЦ спекнулся. Чё, каски разбафаю, и будем начинать. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои. Во имя... Зачем бить рогу под двумя хилами, если надо просто контролить хилов? Я даю паладину овцу и сбиваю уроном. Он всегда в толпе стоит, холипал. То есть его надо иначе контролить. Рог контролит. Сводите ей, разводите. Сейчас либо ханта, либо ШП надо убивать. Смотрим, кто что диспелит. Жабу на шамана можно кинуть. Друид, лок у нас на друиде висит. ДК мы отводим в сторону. Холипала овцуем. Ну, соответственно, кидаем на ШП. Так, охотник. А чё у нас? У нас охотник сильнее по-любому был отбить под Герой. Поэтому надо будет ханта, наверное, контролить. Ханта и будем бить. Да, клок на друиде еще раз. Паладина овцуем. Так, декаты отводишь в сторону. Мы бьем ханта. И так, шамана даем жабу от шамана. И получается ослепление плюс фир от вара кидаем на жрицу. Все. Так и сделаем. Только говорите врага, когда контроль кончится. Ну все, поехали. На эмха кидаете жабу. Ну, танки начинайте, погнали. Каску дай. Начинай играть. Стан дам этому присту, не трогайте его. Говорите, кто не в контроле. Это. Разводить. Разводить надо. Идите почилить. Thank you.
Дай вар в толпу фир туда. Стан по ШП. Там Холи Паладин стоит, кастую. Наверное, каст ему можно сбить, да, маг? Чтобы он не стоял, не кастовал. Певцануть его. О, нормально. Тихо, пал стоит, кастует. 18 минут кад... секунд КД, антимаги. Все, ДК не трогайте. И ты тоже не трогайте. Бейте кого-то хпало, либо ШП, ШП, бейте, ШП. Все, я сейчас дам хпалу стан, не овцу его. Стала дам на каст. Теперь овцуй. Как все просто, да? Че, будем в гире добивать? Просто, может, шмотки нормально выпадут. Бейте друиды. Чего шмотки? Почему тут шмотки? У меня просто не бисовый хапал, там поди что-нибудь выпадет, интересно. Мы можем это добить. Нормально уж мать. Давайте мы по друиды добьем. Дрольте также друида. Бейте ДК. Да, вам стану по хапалу. Только скажите, когда. Друида, бейте друида. Слишком далеко. Пока не могу использовать эту способность. Сейчас там станем. У меня мало маны. Вихрю его слова. Не вихры. Пустая и горькая победа. Ошибка, короче, надо было сразу с ДЦ просто идти, да и все. Кто еще, кроме короля? В следующий раз умнее будем. Меня так и будет шесто. Нас ждет битва с королем личом. А у тебя на ДФБ есть ДЦ, нет? Конечно. Вы сможете пройти. Ну, в следующий раз так и сделаем. Че, одевайте бис. Бис шмот. Воительницы плети. Я в ШП стоит. Пусть состязания начнутся. Не, у меня нет ДД. Берите сверху. Берите сверху. Сейчас три не поменяю этот сек. Ну что, все, чекай, погнали, а касочки сейчас добавлю. Поздравляю.
Что, поехали? Забирай. Оставайтесь, бьем дальше, бьем. Сейчас на Анубе. Я, короче, хилю себя и танков. Ты уже там на рейде сидишь. Ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. На свете там светом хилить хапалом — плохая очень идея, особенно в начале. А вспышкой захиливать. Саня, тебе придется мастан давать. Чё говоришь? Мастан давать под жуков в подкаст. Мне придется? Ага. Ну окей, ты говори, я гнев дам. В следующей неделе уже все работать здесь будет. Да, убьем изи. Ну чё, я готов. Можете. Так, все готовы. Поехали. Давайте к боссу трэш и зальем. Охотка начнется, Геру. Геру. Или танков в себя. Потому что по нему убивать или босса? Не босса.
Ремслера. Блин, на руку падает.